Всем привет, а с вами Михаил, и я наконец-то опять снимаю, точнее, опять снимаю, но снимаю теперь террарию. Так, солнышко, не мешайся. И что ж, хочу сказать, что, во-первых, я буду богоюзерить, поэтому, кому не нравится, можете не смотреть эти видео. А во-вторых, что снимать я буду в МВ, только что проверил на Ютубе, как это будет выглядеть, и вроде здесь самое лучшее качество. Если вам что-то не понравится, вы... Если кто-нибудь тоже снимает, скажите, какое получше будет качество в Sony Vegas. Ну и начнем создавать. Создаем перса. Ничего мы не трогаем, кроме одежды и жилетки. Жилетка мне нужна супер красная. Увидим для чего. И богоюзерить я буду всего лишь одним способом, но он самый лучший. Увидим. Снимать я буду, наверное, как некоторые люди, просто... выкладывать, ничего не нарезать. Просто выкладывать по одной серии, там будет где-то 4-5 минут. Вот. Выберем имя. Ну, имя. Имя, я знаю, какое ему. Михаил 28, конечно же. И перенять. Так. Создаем мир. Маленький, конечно. Маленький для меня нужен. Так, и... YouTube, конечно. Давно я не снимал видео. Майнкрафт меня в конец одолел. Достал меня, он мне... Надо днем отдохнуть. Ждем. Пока все сгенерируется. Так. Снимать я, наверное, буду до того момента, как создам всю броню святую. И потом прекращаю. Также я скачал русскую версию, как видим, это русская террария. Но у меня есть другая террария. Недавно запустил третий мир, который у меня есть. Я играл, потому что другой, на версии 1.1, это 1.1.2. И все-таки третий мир у меня удалился. Теперь у меня его нет. Так, как видим, у меня есть морковочка. И специально для этого поменял версию. И для этого я надел красную жилетку, чтобы у меня был красный кроля. Начинаем делать. Сначала я себе поставлю все как в Майнкрафте, как мне удобнее. Ну ладно, топор на 2 поставлю. Начинаем, как и все, рубить деревья. Это занимает много времени. Я не знаю, мне, наверное, одному скучно будет снимать. Возможно, я приглашу Калина. А вот с Яриком я сегодня, возможно, поговорю. Или завтра. Ну, смотри, когда он будет в сети. Возможно, буду с кем-нибудь из них снимать. Так, нарубить нам древесины надо. Ну, хотя бы на дом. Эх, террария. Хоть какое-то разнообразие. Тут ходит наш гид Скотт. Гид хороший человек. Что ж, я, по-моему, уже забыл даже террарию. А, занимался я в промежутках между сниманием видео. Между прочим, я их очень давно не снимал, как вы заметили. Тем, что играл в Sims 3, все еще играю, очень интересная игра. Но вот в последнее время, точнее, именно сегодня, почему-то выскакивает мне ошибка, когда я возвращаюсь. Так что из путешествия я больше, наверное, не смогу в нее поиграть. Поэтому в нее забью и буду снимать видео. Или опять разленюсь и нифига не буду. Если вы были на сайте, то вы, наверное, отвечали на вопрос там было, почему не снимает Михаил1028 видео. А потому что я ленился. Да, конечно, ленился. И это, кстати, самый частый ваш вариант. Что ж, убьем слизня. Нефиг ему тут прыгать. Слизик. Ах ты гад. Скорее бы мне уже раздобыть побольше резов. Чего мы добыли? Серебряную монету. Денежка у меня пригодится. А сейчас расскажу, как я буду богоюзерить. А именно есть такой бах, он называется бах на деньги на Википедии, на террария Вики. Но на самом деле можно все копировать. Даже можно сейчас показать, если у меня есть серебряная. Она у меня уже есть. Так, да, серебряная. Мы берем shift, делаем вот так, берем медные монетки, кладем и достаем обратно. Да, бах работает. Я думаю, его уберут на этой версии. Потому что я на 1.1.2 перешел. Все хорошо. Красота. Так, и что будем делать? Наверное, построим примитивное домище. Домище я строю обычно в 5 блоков. То есть раз... Эх. 3, 4, 5. Все. Вот такое у меня будет домище. Я уже даже как в терку забыл играть. Недавно, кстати, скачал террарию РТД. Точнее, нет, давно. Она обновила мои навыки. Потому что мне снова захотелось играть в террарию. Это очень интересная
добавление. Я, возможно, выложу, кстати, к себе на сайт. Terraria RTD называется. Retribution of the Darkness. Ну, по-моему, так. Она позволяет... Ну, там очень много модов в одном соединении. Поэтому, кто увлекается Террарией, я вам рекомендую, очень интересно. Создадим деревянный молот. Есть молот. Теперь мне нужны планки для заднего... Как его там? Блин. Задний фон. О, я уже все забыл. Двери мне нужны, как всегда, две. И задний фон. Да, одному совсем скучно играть. Я забыл, можно на правую кнопку накупить дофига. По-моему, меня подлагивает. Но это не важно. Сейчас самое важное другое. А именно срубить. Стоп. Медный? Ха, у меня медный топор. Кстати, в Террарии РТД там есть опции. Там можно опыт набирать. Но этого я вам, наоборот, не рекомендую. Потому что когда вы зачаровываете предметы... Ой, я забыл, как его. Вроде механик. Переплавляете предметы. Там лучше получается. А когда вы накапливаете хотя бы один уровень, там это все сбрасывается. И это очень плохо. Так, продолжаем. Ну, теперь задний фон. Тут же у меня будет жить, кстати, гид. Я вам могу, если вы, конечно, согласитесь, напишите в комментариях, показать свои предыдущие миры, но они у меня на 1.1.1. Так что, кому как нравится, могу показать, если захотите. Там я очень сильно развился, между прочим, в первом мире без базы богоюзерства. Как всегда, я запинаюсь, это нехорошо. Просто давно не снимал, нужна практика. Так, дом готов. Я не знаю, тут будет жить. Нет, гид пока что не будет жить. Молоток. Все-таки кроль меня прикалывает, он бегает за мной. Так, что делаем? Заводим гида. Скот зашел. По-моему, тут темно. Я знаю, в чем дело. Я, как всегда,